Во время своего визита в город Видное депутат Московской областной думы Владимир Жук в сопровождении волонтеров посетил нескольких членов Совета ветеранов округа и вручил им новогодние подарки. В этот раз продуктовые наборы получили ветераны сферы образования. Одна из них – Нина Александровна Каймина. Несколько десятилетий она отдала школе номер один. Я очень благодарна вам. Хорошо. Ну вот мы с депутатами, с волонтерами. Да, все спасибо. Вот молодцы. Спасибо все большое ребята. Всем. Волонтеры очень мне помогли. С самого начала этого гадкого вируса. Сейчас Нине Александровне уже 99 лет, но она с оптимизмом смотрит в будущее и надеется отметить вековой юбилей. Также Владимир Жук поздравил с прошедшими праздниками Веру Павловну Никифорову, которая была очень рада вниманию. И надо бы петь, и черемуху славить, кататься на волнах зеленого шума, себе запрещая блое и думы. Спасибо. Большое спасибо. Любите. Я очень рада, очень рада. Владимир Жук вручил подарочные наборы еще нескольким пожилым жителям округа. Людям ведь нет, важно не настолько это подарки, а им важно общение. Поговорили, посмотрели, какое настроение. Ну, видно, что люди сидят, в общем-то, в заперти, скажем так. Им нужно общаться. И вот уходим, а они остаются таким с оптимизмом. Это здорово. А волонтерам депутат передал несколько коробок со средствами индивидуальной защиты, которые пригодятся в их работе.